Вітаю в ефірі «Тема дня» і гість нашої студії – це боєць 3-ї окремої штурмової бригади Руслан Сіфєров. Я рада вітати вас. Добрий день. Добрий день. Отже, 3-я штурмова бригада відома і нараховує багато бійців. І дійсно на фронті з першого дня повномасштабного вторгнення. Розкажіть, Руслане, де вас застало ця дата, так, як говорять, час розділився на до та після 24 лютого 2022 року. Был я в Киеве, у меня должны были быть съемки, я актер. На утро я проснулся просто от взрывов. Все чаты, киночаты были забиты тем, что пошли прилеты, и все-таки эта война началась. Кто-то еще не верил. На второй день я уже пошел в военкомат, там было около 2000 людей уже. И... Черги так были? Да, и я просто подошел к людям, и как все стоял, как они. Еле добился там, чтобы нас выслушали, там как-то организовали. Мы вам позвоним, все, что я... Узнал. Мы вам позвоним. День прошел, два прошло, никто не позвонил. И у меня знакомый актер позвонил мне и дал номер телефона другого знакомого актера своего. Позвонил, сказал, да, приезжай. Приехал. Сержант взвода говорит, ребята, я сейчас вам объясню, куда вы попали. Азов, ТРО. Ну, приехали. Ви зраділи, що ви все ж потрапили, чи не так бачили початок бойового шляху? Я ніяк не бачив, я не знав взагалі, який має бути путь, яке має бути початок. Але ви бажали стати на захист своєї батьківщини? Да, так, мені було настільки страшно, що я пішов воювати, у мене виходу немає. Я знав, що таке Азов, і я знав, що ми будемо в самій гущі. І коли я услышав, що на той момент була ТРО Азов, мені сказали, де ми, я ще з парнем стояв. Вместе приехали. Вот. Ну, мне понадобилось буквально ночь переночевать, чтобы выдвинуться. На следующий день выдали оружие, и я уже начал потихоньку привыкать и спокойно себя чувствовать. Угу. Вот. А что є найскладнішим на фронте? Найскладніше физично чи психологічно? Психологически однозначно. Физически тяжело, конечно. Если ты не подготовлен, тебе нечего там делать. Туда не привозят на позиции, и ты просто высаживаешься и садишься в удобный окоп. Нет, 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 нет. Психологически трудно. Я помню первый свой обстрел минометами. Это было тяжело, потому что ты еще не знаешь, не умеешь слушать, когда что, куда летит, через сколько прилетит. Психологически сложнее. Ну, чем больше у тебя боевых выездов, тем ты больше знаешь. Страх не пропадає ніколи. Тобто, говорять, людина звикає до усього, але відчуття страху, так, цей такий за себе, да, так, за безпеку, все ж прокидається. Совершенно верно, но, как все мы знаем, как все знают, бойцы, есть страх панический, а есть контролируемый. И чем ты быстрее возьмешь себя в руки, тем лучше для тебя и для парней, которые вокруг тебя. И они тоже так же будут поступать. Вы научились этому, так? Да, у меня не было выбора, конечно. А як, ну, ми говоримо так, що психологічно складно і витримати все, що відбувається, так, що допомагає втриматися? Можливо, хтось підтримує, друзі, сім'я, родина? Среди людей, когда вот ты живешь, воюешь с ними, ешь, ложишься спать и тренируешься, невозможно не сблизиться. Это и хорошо, и плохо одновременно, потому что когда ты теряешь моего товарища, все-таки подкашивает. Люди вокруг, которые верят тебе и с которыми ты идешь в бой, потому что ты знаешь, кто на что способен, кто какой человек, потому что было достаточно времени, чтобы их узнать. Люди вокруг. И, ну, конечно же, семья. Семья, они всегда говорят, держись, что тебе нужно, мы с тобой. И друзья. Комплекс. Ну, в первую очередь, конечно, те, кто ближе, кто с тобой рядом, именно вот, побратимы. Ну, не зря говорят сами, бойові побратимы, так, брат, це брат звичайно, стає, так, стає так, навіть так. Брат. Угу. Зараз ви в лавах 3-ї штурмової бригади, так? Розкажіть, будь ласка, як потрапили, чому саме 3-я штурмова, тому що знаємо, що, ну, штурмовики – це одна з найризикованіших і професій, і завдань виконують. Ну, як я вже сказав, попав я случайно, це був так, на той момент ТРО «Азов». Потом ССО «Азов» мы переформировались. И в ноябре прошлого года уже мы выехали на полигон, и там уже переформатировались в 3-ю окремую штурмовую бригаду. Да, как я стал штурмовиком? Я не выбирал. Я шел с парнями, потому что они все тоже штурмовики были.
Мы затачивались изначально под штурмовиков. Ну и куда? Я уже там что-то знаю и пошел вместе со всеми ребятами. Я как бы не хотел ничего другого. Можливо, було якесь бойове завдання, яке запам'яталося найбільше, якесь, можливо, найрезультативніше і одночасно найризикованіше? Як ми знаємо, время ділиться на до повномасштабного вторження і після. У нас время тих, хто з самого початку, ділиться, звісно, і так, але що було до Бахмута і після. Как мы поняли потом, то, что было на Запорожском направлении и на Донецком, это были семечки. И в один прекрасный момент после Херсона, когда уже освободили, мы поехали уже в Бахмут. Сначала мы прошли через половину города, ушли в частный сектор, и там зашли за него, ну и там начали нас крыть. Мы поменяли людей, вот, зашли туда. Чем запомнилось больше всего, то что это было, мы были как на ладони везде. То есть, когда мы шли штурмовать, мы были на ладони. Да, были окопы, были какие-то блиндажи, которые нам люди оставили. Вот. И мы, как только мы туда зашли, буквально 5 минут мы начали собираться уже, убегаться. И был прилет, сразу 5 трехсотых, 2 тяжелых, 3 легких. Ребята смогли сами на эвакуацию доскакать, там по ногам чуть-чуть прилетело. Вот. И было 2 тяжелых. Я не медик. Ну, я проходил курс, но я не медик, я не был медиком. Но медик в этот момент оказался далеко. Мы не смогли, не было слышно нас, не было слышно его. Нельзя было, как говорится, докричаться до него. Пришлось мне его клеить. Это было очень тяжело. С двух сторон окклюзивной пленкой у него было сквозное ранение. Я очень надеялся, что это правильно сделал, но парень выжил. То есть все хорошо. Тобто ви зуміли надати саме ту першу допомогу? Да, так, ту, яку я б лучше всего запомнив, як делать. Мені дуже повезло з цим, тому що я дуже боявся, що я зроблю щось не так. Я не медик, но смог. Мені повезло, я це запомнив дуже хорошо. Тобто я пам'ятаю то, як потрібно все робити. Турнікети, окклюзіонки. Ну, окклюзіонку на мене клеїли, я клеїв, тобто я це отрабатував. Але одна справа – курси, так, коли ти там, на комусь просто відпрацьовуєш, а інша справа, коли вже на полі бою. І... Але стресова ситуація, ви взяли себе в руки, выхода згадали нет. Просто нет виходу, вокруг люди просто займаються другими, і я один на один з цим парнем. И вы разумели, что от вас залежит. Да, так я вижу, он уже он в таком состоянии, он эту пленку еле-еле руками раздвигает, говорит, давай сюда, и, в общем, заклеил вот так вот. Для меня вот это больше запомнилось. Вы зараз с ним спілкуетесь? Конечно, конечно. Жив-здоров, все хорошо. Насколько это может быть? Знаю, що і ви отримували безпосереднє травмування, так? Да, був розрив зв'язки у мене крестообразний і щось ще з менісками. Я забув повністю весь список, що у мене случилось з коленом. А за яких обставин це відбулося? Тоже був штурм. От. І на мені прийшлося відступити. Я тоді був на той момент командиром відділення, ребята пішли вперед, я сказав: "Ребята, я не смогу з вами пойти". Все, що я мог зробити, делать в течение 2 суток, это я выдрал из земли палку большую, хватал ее, выводил 300-х ребят на эвакуацию, обратно там на месте эвакуации была БК. То есть я челноком все время, я брал БК, принес, да, оттуда выводил людей. И вот так вот челноком, пока я мог ходить, пока я мог очень хромать медленно, то я носил, отводил, в общем, вот так вот. И через 2 суток уже было невозможно, я уже чувствовал, что я просто сейчас сяду и буду бесполезен. Вот. А если там будет какой-то, не дай бог, прорыв или еще что-то, то я не буду кричать «подождите меня». Так, я просто, мне нужно было уходить. Краще не стати тягарем для своїх же, так? Конечно, конечно. Сколько случаев есть, когда даже тяжелые раненые наши, да не только наши, во многих подразделениях, кричат «дайте мне гранату, дайте мне автомат, я остаюсь, а вы уходите». Конечно же, никто не хочет этого, и мало того, что это побратим, да и вспоминать эту оставшуюся жизнь, что произошло. Но у нас были случаи, когда один парень смелый, к сожалению, я забыл позывной, он сказал: «Ребята, идите, потому что я вытекаю, у него серьезное ранение было, кровь не останавливалась, там перетягивали, что могли». Он
сказал, уходите, и буквально там через минуту было ночью. Русские, когда подбежали, там раздался взрыв. Это я уже... И вы зразумели, что это было? Да, ребята, когда рассказывали, что вот это то, что он сказал, то и произошло. Тобто це жахливо з одного боку, з іншого, намагаючись абстрагуватися, ти розумієш, що людина ну, відповідально, свідомо пішла на той крок, так, що життя вже його не врятувати, так? Да. І він це усвідомив і поклав ворога. Так, Воїн зробив вибір забрати як можна більше з собою ворога. Вот. І он, його б не донесли тоді, дуже була тяжела ситуація, було окруження, вони виходили з окруження. И человек пожертвовал собой. Как можно пережить ось такие Никак. Моменты? Никак. Это останется всегда с тобой на всю жизнь. Может быть, это станет немного глажем, но в памяти это будет всегда. Погибшие друзья, не просто побратимы, а уже ставшие друзьями. Это останется с тобой навсегда. И единственное, что ты будешь с этим делать? Ты будешь держаться за голову или продолжать дальше выполнять свои задания? Лучше второе, потому что есть возможность отомстить. Может быть, не тем, кто именно убил твоего друга. Але ворогу. Врагу в целом, да. Угу. Ну и наблизить нашу перемогу. Так. Само собой, это то, к чему мы все стремимся. Это ваша найзаповіднейшая мрія, так? Да, стало уже как второй год полномасштабного вторжения. Руслане, хочеться поговорити про те, що вже зима, і, звісно, умови змінюються, і нам інколи холодно тут, в тилу, можна сказати, так? Можна уявити тільки, що відбувається там, в окопах, на передовій. Розкажіть, як можна впоратися, як хлопці, як бійці вдаються впоратися з холодами, з морозами? Все зависит от бойца. Да, нам выдается форма, нам выдается бронь, каска, все отлично, все замечательно. Но всегда есть лучше. Всегда есть лучше, и оно стоит, соответственно, дороже. Каждый боец должен подумать о себе сам. То есть посоветоваться с кем-то, что будет лучше. Человек всегда есть в взводе, в роте, что лучше, он знает. Купить, приобрести, не жалеть денег. На это денег нельзя жалеть. Просто нельзя. Да, у тебя есть семья, у тебя, возможно, есть дети, мама, там всем нужны деньги, но нужно не забывать про себя. Купить абсолютно все, максимально себя, комфорт для себя сделать, чтобы было комфортно, чтобы было тепло. Но, как вы понимаете, грязь, холод, они дают о себе знать, мягко говоря. Наверняка многие зрители видели, там, что происходит. Мы черпаем оттуда воду, пытаем в этой грязи по колено, иногда берцы остаются в грязи, там же их приходится вытаскивать. Да, но лучше позаботиться о себе и сделать как можно легче для себя, чем потом жалеть, что ты не потратил деньги на лучшее снаряжение для себя. Вот так это. А психологически рядом с тобой люди. Рядом с тобой люди, и наверняка ты будешь идти с человеком, с которым ты уже давно знаешь, как я уже говорил. Главное знать, ты не один. Ну и ця думка, що якщо може він, то і можу і я, так? Конечно, конечно. Или он будет думать так же о тебе. Да. Треба показувати і своїм прикладом, конечно, так, мотивувати, конечно, надихати. Конечно. Набір до 3-ї штурмової бригади продовжується, і хочеться знати, кого ви хочете бачити поруч з собою, якими мають бути ці бійці? Фізично підготовленими, мотивованими. Ну, это сейчас говорить о мотивации, это ну, глупо. Понятно, зачем человек идет на войну, когда он сам приходит. Але чому саме 3-я штурмова бригада? Чому обрати треба вас? Чому вступати до лав 3-ї штурмової? Часто ми слышим, що не вистачає там, касок, броніків, да? Це все у нас видається. У нас все це є. У нас є, звісно, денежне пособие, понятное дело. Що немаловажно, у нас є патронатна служба, которая, якщо ти ранен тяжело, то это человек, их несколько. Он берется за тебя и за тебя все решает, в какую больницу ты попадаешь, и там берет над тобой шефство. И мы легендарные, в конце концов. Ну, это честь, так? Это честь, да. Конечно же, очень хорошо работает телевизор.
люди, которые приходят, они понимают, что все серьезнее, чем само собой реальность. Увидеть где-то новости, услышать там людей, спикеров, которые рассказывают о своей бригаде. Да, ну, а как еще? Как еще? Дико должна работать. И все равно человек, когда приходит, он понимает, что вот ему рассказывают, здесь будет вот это, вот это, вот это, и опасно. Он и все это и получает. То есть никто не обманывает. Никто не обманывает. Все вот как есть, как говорят, то и человек и получит. Он получит подготовку. Никто человека не бросит в мясной штурм до того, как ему не дадут бронекаску и автомат на следующий день там, или через неделю отошлют его. Нет, нет. Сначала он пройдет круги ада обучения, чтобы все поняли, сможет ли он идти дальше. Ну, круги ада. Потому что очень сильные у нас воины, которые тренируют людей. Але краще добре, гарніше підготуватися, 100 разів зробити. Да. Прошел это, значит, ты можешь идти в бой. Не прошел, у тебя есть возможность в самом начале, перед тем, как стать рекрутом, ты можешь понять, ты сможешь дальше потянуть все это или нет. Там буквально, не знаю, неделя дается или что-то. То есть это тестовый такий тиждень штурмовика, да. Так? Да, да, конечно. Себе. Перед тем, как стать 100% рекрутом, ты просто сначала для себя решаешь, потянешь ты это физически, психологически и так далее. А чи можна долучитися взагалі, не маючи бойового військового досвіду? Да, я актер. Ось, будь ласка, так? Да, вот яркий пример. Я держав автомат Калашникова один раз в житті на зйомках, коли мені просто його перезаряджали, там холостые були. Все, вот это мой опыт с автоматом. І зараз ви вже другий рік так, да, активно воюєте. Ви все ж таки мало розповіли про себе, тому що я знаю, що у вас вже була ще одна травма, так, під час бойового виїзду. І була операція, реабілітація, так, то розкажіть, і як ось це відновлення, так, щоб повернутися до своїх, там, ну, не було думки, що там відпочивати, лікуватися, а все ж повернутися до лав третьої штурмової після відновлення, звісно. Вернуться психологически несложно, потому что ты прекрасно знаешь, что там. Да, ты лежишь в больнице, да, после операции. Я помню первый раз, когда был, я лежал, я не ходячий был почти. У меня нога была не в гипсе, и два костыля, и я же читаю новости в наши внутренние чаты. Там затрясотился тот, кто-то погиб. И это очень сильно тебя... Пригнічує, м'яко кажучи, очень, да? Очень, очень. И ты думаешь, что... Это не так, конечно. Ты думаешь, если бы ты был там, если бы, может быть, было что-то по-другому. Да, ну нет, но мысль такая приходит. Возвращаться – это правильное решение. Не искать способы списаться. Если ты, допустим, не можешь уже быть штурмовиком, не можешь тянуть на тебе все, у тебя ограничения есть, то пытайся куда-то в другое место, чтобы внутри бригады… Внутри... Максимально корыстным, конечно, всем. Конечно. Все-таки вот. Так. Пытайся там изо всех сил что-то делать. Вот я вот сейчас пройду ВЛК, да, и что они скажут по поводу моего колена, моей спины. И буду решать, что мне делать дальше, если мне скажут, что мне большой нагрузок нельзя. Просто сидеть или списываться? Нет. Руслане, наостанок поставлю питання, яке турбує усіх. І хочеться почути вашу думку. Коли скінчиться війна? Коли переможе Україна? Війна буде довго. Війна буде довго. І переговори, о которых некоторые говорят, їх не буде, поки наши парни все не выгоним за границу всю эту сволоту. За кордон до да. И вот так, только на тогда, їхню територію. Война решится с двумя путями. Нами, бойцами, и политиками наверху. Это большая ошибка думать, что вот мы выгнали их за границу, и все. Все, значит, они подумают, что война закончилась. Нет, 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 нет. Ни в коем случае нет. Война будет продолжаться. Вот. Все решится, я считаю, что решится все наверху. То есть додавим, сначала додавим на земле, ну, как говорится, в поле додавим, а потом дальше уже будем говорить о чем-то. Война будет еще долго. И на тлі цього хочеться почути для наших глядачів, як можна
пережити цей час так, з найменшими втратами для себе. Можливо, у вас є такий, якщо можна це назвати рецептом виживання, скажімо, переживання цього воєнного, так, нашого військового часу, як впоратися зі своїми страхами, а вони є у кожної людини. Якщо говорити о гражданських. Так, так. Держитесь друг друга, держитесь своей семьи в первую очередь, держитесь друзей, не теряйте связь, не ссорьтесь, потому что я знаю, что вот по гражданке очень много людей ссорятся между собой по поводу разных вопросов, абсолютно разных вопросов. Не ссорьтесь, нам нельзя сейчас, решим потом, после войны, сейчас нельзя. И хотите быть причастными, донатьте проверенным людям, которых вы знаете, что они ездят, у которых там в соцсетях отчеты постоянно идут. Вот донатьте доверенным, чтобы ваши деньги не уходили в пустоту. Або шахраям, так? Це дуже погано. Так коли... я. Таке... Конечно, конечно. Донатьте, помогайте, чем угодно. 10 гривен, 5 гривен, 50, не выпили кофе, сбросили, опять-таки, волонтеру деньги. С каждого по нитке собирается очень-очень много. И бывает даже достаточно, закрывается сбор за пару дней, за неделю на очень дорогие вещи. Ну, украинцы уже показали, что роблять неможливі речі, здавалось бы, так, да. Да, к сожалению, вот хотелось бы, чтобы... Я помню, как было в самом начале. Со всех сторон шла помощь. Просто со всех сторон, отовсюду. Сейчас с этим тяжелее. Даже волонтеры говорят, тяжелее. Треба не забувати, да, долучатися, допомагати. Нужно всегда дожимать, всегда нужно дожимать, всегда нужно помогать. Вот любая помощь всегда будет кстати. І тільки разом, об'єднавшися, ми зможемо перемогти цього ворога. Совершенно верно, тільки вместе. Тил і ми. Должен вот так вот. Я дуже вдячна, Руслане, за те, що ви робите, за те, що знайшли час долучитися до нашої студії. Боєць 3-ї окремої штурмової бригади Руслан Сєфєров був гостем нашої студії. Її провела я, Світлана Пензова. До нових зустрічей.